Казахстанцы, возможно, будут ездить без визы в еще одно государство – это Катар. Введение такого режима для граждан двух стран обсуждалось в Дохе, куда с официальным визитом прибыл Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана проведет переговоры с главой этого государства эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани. Также ожидается встреча Нурсултана Назарбаева с представителями деловой и финансовой элиты. С этой монархией у нашей республики, по данным Казахстанского агентства по статистике, товарооборот пока небольшой. За 6 месяцев этого года он составил всего 24 800 долларов.